Итак, всем привет! Тут у нас ситуация складывается следующим образом, что в принципе, как бы, ну, снега еще пока нет. Соответственно, скоро чувствую, шубеечку-то натянул уже. Владелец, да, спрашиваю. Как говорится, почему, говорит, ты именно взял этот экземпляр? Сумма не маленькая, скоро зима, нужен полный привод, да, ты берешь передний, низкий клиренс, обвесы, то есть внешность, понимаете? То есть красота, страшная сила, настолько страшная, что даже многие из вас не представляют. Вот, как минимум, оператор, он даже не в курсе, что такое вообще происходит по жизни с ним, ну, по ходу дела, все вообще, где мы находимся. Суть такая, что, смотрите, я, ну, опыт, чисто опыт, то есть я от этого отталкиваюсь, не от каких-то либо там рассказов, случаев там с друзьями и так далее. Есть красивые бабы. Так получилось, что есть немножко обделенные, да, кто-то там в очках, может быть, ходит, и то, как бы, может быть, даже кого-то это красит, кого-то губы там не такие слишком большие. Короче, если не вдаваться в подробности, многие из вас, ну, парни, да, вот мужского пола, приходят в ночной клуб. Ага, увидел какую-то, которая понравилась, да, понятное дело, что самая красивая, она по-любому, ну, не то чтобы там не даст, да, но суть такая, что есть определенный, да, вот экземпляр, который ему понравился. И все, он вокруг себя уже вообще ничего не видит. То есть есть, мы с вами прекрасно знаем, что девочки, которые лучше готовят, лучше там, я не знаю, делают массаж, лучше там какие-то, может, пельмешки там лепят, я не знаю. Ну, суть такая, что ты этого представляешь, насколько мимо проходишь по жизни. То есть вот все, ты влюбился, все хорошо, но тем не менее, ты на красоту повелся, ты понимаешь, о чем идет речь-то? Вот в данном случае ближайший вариант. Сразу вот владелец его почистил, помыл, потому что он знал, что многие чисто из-за этого автомобиля обращают не то, что там какие-то, может быть, фары там большие, там какие-то опции, да, вот именно такие есть, там решетка. Сама внешность, она реально красивая. С этим просто-напросто не поспорить. Это, наверное, один из тех автомобилей, который действительно вот с нулевых годов, кстати, вышел, да, и на сегодняшний день реально не потерял в облике вообще ничего. Я даже, можно, знаете, вот просто такой, я не знаю, там новый какой-то бренд придумать, с этой внешностью выпускать 2017 года, и все равно машина будет реально красивая, и даже, может быть, красивее некоторых автомобилей, которые действительно даже на сегодняшний день новые, но уже, как говорится, вот не этой фирмы. А так, низкий клиренс, я не знаю, стоит вообще про это говорить или нет, но тем не менее, все автомобили это прекрасно знают. У него маленький клиренс, только передний привод, независимая подвеска, и именно эта независимая подвеска многим, как бы, ну, вот злую шутку сыграла. Опять повезло, хорошее состояние, но бывают такие варианты, когда действительно, ну, вот, люди впаривают такие огромные суммы. Дело в том, что здесь спереди 4 шаровых, сзади 2 шаровых. Посидел перед обзором, посмотрел, сколько это по ценам. Если брать оригинал, ну, представляешь, 15 тысяч один рычаг задний. Один рычаг 15 тысяч. То есть, если, допустим, что-то там надо тебе менять или менять сайлентблоки отдельно, да, то понятное дело, что этим люди как раз таки и занимаются. Просто целиком поменять по кругу подвеску просто нереально. Спереди по 5 тысяч, их 2 рычага, верхний, нижний. Очень много соединений. Для того, чтобы просто поменять втулку стабилизатора, нужно снимать подрамник. То есть, представляете? Хотя она стоит, ну, 430 рублей, я посмотрел. Если брать не оригинал, можно за сотку найти. Вот такие вот дела. Да, вот так, конечно, ходишь, смотришь, да, ну, диски, возможно, да, там, ну, не оригинал. Действительно, вот этот хром, вот эти ручки, да, острые, вот эти все детали, как внутри в салоне, так и снаружи. Вот эти задние фары, да, бампер. Это реально просто-напросто красиво. Действительно, двойной выхлоп. Машина просто выделяется из того, что она просто-напросто брутальная, да, она не то чтобы там, чтобы для какого-то женского пола, действительно, вот как-то, знаете, сделали и седан, да, и комфорт, и быстрота, и японец, но это не X-Trail, да, где там просто-напросто какие-то брутальные черты или тот же самый Гелендваген. Действительно хорошо нарисовали, и просто весь акцент этого автомобиля не из-за того, что он как-то пуляет, он не пуляет, он, ну, для меня он, опять же, он не едет, то есть какой-то комфорт. Ну, маленький клиренс, о чем какой комфорт разговор-то, да? Обычная, в принципе, машина для того, чтобы ездить на дальняк, использовать в городе, все обычно. Но именно дизайн, вот именно для меня, да, и то, что все-таки как-никак это надежный автомобиль, это, конечно, ну, хорошую, как говорится, шутку сыграло. Но на самом деле, чуть не потеряли, но на самом деле, просто, опять же, вот дизайн, да, и красота, она же такую злую шутку играет вообще с людьми. Помимо того, что вот эти люди, которые покупают, они очень сильно берегут внешнее состояние автомобиля. Они всегда у них намытые, они парятся за ЛКП, они просто ходят, зная, чтобы действительно, то есть машина, она для этого и покупала, чтобы просто-напросто выделяться из потока, вот как по мне. А представляешь, ну, ты влюбился, да, вот в красивую девушку. Ну, ты все хотят самое все красивое, все самое лучшее. А представляешь, вот ты все-таки нашел, завоевал, все, ты ходишь. Представляешь, сколько ты будешь нервов тратить, как ты будешь ревновать,
постоянно свою подругу из-за того, что вот она красивая куда-то пошла. А? Здесь также люди парятся с этими автомобилями, постоянно, что кто-нибудь подойдет нечаянно, ключом поцарапает, там сосед какой-то дверь открывает. Видите, как вообще соседи делают? Просто нараспашку открывает, задел, ай, нормально, погнали дальше. Кстати, что мне очень не понравилось в этом автомобиле, это реально очень большущий ключ. Так, закрываешь, закрыто, да? Один раз только передняя дверь. Два раза открывается задняя дверь. Итак, смотрите, вот смотрите, черный салон. Так, даже ключики уберу, присяду аккуратно. Реально так все начистили, что даже жалко нечаянно ногой задеть. Не то, что говорят, там поцарапать, а просто грязь оставить. Очень и очень, в принципе, мягко. Действительно комфортно. Мягкий диван. Да, он двухкомбинирован, то есть здесь у нас типа как вот такая перфорация, да, здесь у нас просто черная кожа. Здесь выемка. Нормальная, в принципе, подсветка, подушка, подстаканники. Все обычное. Вообще здесь, вот если, допустим, ну, опять же, не забывайте, что у нас максимальная комплектация, то есть лучше, чем сейчас, допустим, вы Honda Accord не увидите. Все обычно, ну, серьезно. По поводу места вы сами все прекрасно видите, то есть не так достаточно и много. У нас хорошая музыка, у нас автоматические стекла по кругу. У нас обычный багажник, работающий с кнопки. Ну и как вы сами видите, вот это чисто хондовская тема, что это Honda CR-V, что это Honda Civic, что это Honda Accord. Они свою систему, вот этот AFTEC, они все ее прямо умудряются реально, ну, лепить сюда, как будто это реально как бы круто. Ну, несомненно, возможно, конечно, плюсы есть у этой системы, но тем не менее, как-то это все дело выделяется, не знаю, нужно или нет. А так это чисто японец вот с такой вот обшивкой. Покажи-ка. Вот это так вот все это ходит здесь. Ну, это без преувеличения, это именно так. Ну, в принципе, это все японцы, то есть то же самое Mitsubishi, все это делает именно так же. Все это прогибается. Ну, а так у нас вот опять же здесь стоит сабвуфер, это все сток. Вот здесь вот это все проводка видна. Вот так вот должно быть, наверное. Короче, надо поменять эту штуку. Вот так вот она сваливается. Ну, этот пистончик. А так, в принципе, вот можно с этой стороны, допустим, да, нажать и вот откинуть задние сиденья. Ну, короче, суть такая, что если что-то подлиннее было бы, да что, вот оно есть. Вот можно так вот, вот откинуть задние сиденья. Ну, то, что здесь нету упоров, в принципе, ничего страшного, но тем не менее, смотрите сюда. Что такое вообще просто Honda, да, это у нас, ну, не совсем большие аккумуляторы, да, хотя здесь уже стоит такой, как бы, вот, большущий, ну, нормальный размер. И, соответственно, вот эта система AFTEC, 2.4 в нашем случае двигатель. Вообще ставится, по идее, сюда 3 двигателя, но 3.5 двигатель максимально мощный, он, как бы, к нам в Россию никогда не шел, хотя эта машина реально чисто японец. Сюда вот, если будете выбирать объявление, да, вы увидите или 2 литра, или 2.4, допустим, как в нашем случае. Ну, прокатился, пацаны, честно, прокатился. Вот почему эта машина, она выделяется из толпы только из-за того, что, как говорят, что она нормально разгоняется. Потому что это, опять же, система AFTEC, то есть Honda надо всегда крутить. У этого автомобиля красная отсечка на спидометре, точнее на тахометре, она у нас начинается с 7000 оборотов. То есть имеется в виду, что передачи, какие бы там ни были, короткие и длинные, все равно машина хорошо разгоняется до отсечки. Это, конечно, несомненный, как бы, ну, плюс, опять же, на разгонах, при любом раскладе. А так... В принципе, надежно, да, все на своем месте. Много места здесь, много места там. У нас такая, видите, уже распорочка здесь стоит. То есть, по сути, все как бы нормально. И каких-либо проблем, просто почитавшись сегодня, ну, наверное, ну, минут, наверное, 15 я подготовился к этому автомобилю. Просто почитал опять пару отзывов. Ну, и чисто все жалуются на то, что там фаза регулятор на впуске, да, может там зазвенеть, ты заводишь. Машина после долгого простоя слышишь какой-то там скрежет там. Что какая-то проблема там с валом, с распредвалом, что опять же появляется звук. Но по сути, ну вот опять же, отталкиваясь от нашего состояния, здесь такого я, по крайней мере, не вижу. То есть, ну, если в будущем, конечно же, будут проблемы, то, понятное дело, все это лечится. Это реально все лечится. Чтобы поменять, допустим, фильтр, который находится в коробке передач в автомате, нужно снимать коробку, половинить. Как-то так, пацаны. То есть есть свои нюансы для того, чтобы как бы, ну, вроде и легко, да, и просто, что вот и надежно. А если ты начнешь именно впариваться в дальнейший такой вот ремонт глубокий, то, соответственно, это реально нужно все постоянно здесь разбирать. Чуть ли двигатель не вытаскивать, серьезно. И многие, конечно же, уже делают так называемый обход, делают фильтр выносной на коробку передач уже. То есть, ну, чтобы поменять фильтр, снять коробку, это просто, конечно, бредовая идея. Но, тем не менее, здесь это так. Расход топлива у некоторых людей...
25-35 литров на 100 км именно с этим двигателем. Никто, так я так понимаю, не узнал эту проблему, почему она так, ну, происходит. Но тем не менее, она решается просто снятием клеммы, ну, с аккумулятора и немножко минут подождать. То есть есть такой баг, понимаете, именно в мозгах. А так, в принципе, ну реально эти двигатели как таковые ходят. Ну, наверное, это самый красивый щуп, который я вообще видел на всех автомобилях. Самый красивый, самый яркий, наверное. На коробку тоже вот желтенькая штучка торчит. Ну, видите сами, что, в принципе, все это в общем доступе. Итак, присели, скажем так. Не сели, а присели в салон. Но, если честно, по мне, что я видел снаружи, то же самое и внутри. Очень и очень острые просто-напросто вот этих края, да, ну, самой приборной панели. То есть, если здесь еще ладно, то здесь, ну, вот если ты просто не пристегнешься, я не знаю, там полетишь, то можно просто полголовы срезать, ну, реально, как лезвие, да, что здесь, да, вот эти все формы, они действительно как вот необычные. Даже вот просто-напросто возьмешь там какую-то ветошь, да, начнешь там полироль там натирать, и нечаянно просто палец застрянет, и ты, ну, реально, это вот, знаете, это сделали, вот, дизайнер, понимаешь, думали, сидели просто, говорит, что же нам, говорит, такое придумать, чтобы людям нравилось. В принципе, честно говоря, вот мне здесь нравится сидеть. Опять же, смотри, вот, видишь, здесь такие кармашки, здесь такие выемки, вот этой формы. Это реально, как говорится, несомненно, чисто хондовская тема. Я, насколько помню, все вот эти хонды, которые у нас были, они всегда славились тем, что не как у всех. То есть, опять же, приборку берешь, ну, чуть ли не 3D. Вот эти стрелочки, вот они. Они у нас чуть ли, да, вот не на весу плавают, то есть это выделяется, там температура чуть подальше, да, тахометр чуть поближе, то есть, ну, круто, что говорить. По поводу вообще просто-напросто там какое-то убранство, там вот этих кнопок, ну, мне, честно говоря, ну, на них не так как бы интересно смотреть, тем не менее, они нажимаются все очень и очень, как говорится, вот нормально, то есть нет каких-то там лишних там телодвижений, да, все работает, skip, там, SL, меню, return, scan, фолдер, все работает, в принципе, как таковое. У нас музыка, я не понял, какая, да, то есть тут никаких Арман Кондоров. То есть, так и не разобрался, что с музыкой, то есть надписи я никаких не увидел, но, по крайней мере, работают реально все круто. Опять же, у нас здесь, смотрите, вот в бардачке, да, сейчас просто покажу, у нас бардачок обдуваемый, да, то есть здесь есть AUX, USB, Power Outlet 12V, то есть, по сути, в принципе, как говорится, все, что нужно, есть. Обычно музыка, но играет достаточно хорошо. Если брать по максимуму, максимальная громкость, я сам себя слышу как бы. То есть она играет хорошо, отчетливо, но я сам себя слышу, то есть все равно. Хотелось, конечно, чуть-чуть побольше, хотя каких-то лишних звуков здесь нету. Музыка нормальная, посадка нормальная, сиденье мне очень понравилось, что помимо того, что есть нижняя боковая поддержка, есть здесь еще и верхняя боковая поддержка есть. То есть если, ну, вот, ну, реально круто. То есть сидишь, конечно же, как говорится, как в своей тарелке. Единственное, может быть, напряг, вот именно в село салона, да, то, что там есть в одно касание поворотники, память сиденья, автоскладывание, ну, есть практически все. Мне не понравилась вот эта штука. То есть, смотрите, она, ну, каждый раз, когда садишься на всех машинах, хочется нажать, и она должна нажиматься. В данном случае нужно именно наверх ее, понимаете, поднимать. То есть это нужно реально приноровиться для того, чтобы просто, как говорится, каждый раз включать, и каждый раз нужно включать наверх. А так, багрелы, смотрите, как все у нас на лифте. Здесь все плавненько, все работает, смотрите. То есть, вот, ну, это, конечно же, очень сделали все, в принципе, хорошо. Бардачок, вот видите, он, причем у нас регулируемый, хотя по высоте он у нас не регулируется, только вот именно по вылету. Ну что, предлагаю прокатиться. У нее реально большой именно диапазон кручения, да, это не то, чтобы там какой-то дизель, это реально даже вот больше, чем обычный двигатель, но не хондовский. Вот, отсечка начинается с 7000 этих самых оборотов. Если ехать, не напрягаться, не нажимать никакого-то газа, у нас, в принципе, хорошая шумоизоляция, хорошая управляемость. Но, опять же, да, низкий профиль, низкий центр тяжести, ну, это уже достаточно привычная тема, то есть так на всех автомобилях. А так сидишь, мне комфортно. Очень повезло, что хорошая комплектация, да, есть люк, какие-то кнопки там и так далее. То есть, ну вот, допустим, 80, да, и газ пол. 100, 110, 120. То есть 120 км в час. Шумка отменная, то есть все хорошо. Тормоза работают отчетливо. Но опять же,
Это чисто, ну, не то, что там иномарка, да, это реально проверенный уже бренд Honda. Их выпущено было в свое время очень и очень большущее количество автомобилей, что Honda 1, 2, 3, там, 4, 5, 6, 7, 8. Это как бы проверенные технологии, проверенное качество. То есть, ну, люди к этому, говорится, шли. То есть, заслуженно можно сказать, что да, шли, и вот у них, в принципе, все получилось. Мне этот автомобиль чем нравится? Именно внешностью. Если брать какие-то технические там новинки, начинки, я вообще такого ничего не вижу. Но система, да, есть, это iFTEC, но опять же, у нас 2.4 атмосферный двигатель, как такового здесь ускорение быстрее, чем, допустим, те самые там, ну, 8.8-9 секунд вы никогда в жизни не получите. Но это вот факт налицо, серьезно. Если брать вообще этот двигатель по экономичности, ну, кто-то говорит, что у него жрет, кто-то говорит, не жрет. Да кого вас слушать-то, я не знаю, пока ты сам не покатаешься. Серьезно, вот такая ситуация складывается. Есть у нас, ну, кнопочка такая спорт, да. Ну вот сейчас спорт включился. То есть в каких-то повышенных оборотах вы сами видите, что здесь нету. То есть, да, на других автомобилях включаешь спорт, и ты едешь, допустим, у тебя постоянно там троечка, допустим, по оборотам. Здесь обычная просто. Ну, давайте попробуем на спорте, может, переключаться будет быстрее. Вот газ пол. Ну вот, крутится, смотрите, аж до 7000 оборотов. 80, 90, соточка. 110, 120. Ну хочется реально же быстрее, согласитесь. 140. 160. 165. 170. 175. Ну практически 180. Просто на этом взлетке некоторые автомобили, да, у нас ездили, они реально у нас разгонялись, ну, можно сказать, что еще и с запасом. Это практически максимальная скорость, которую ты здесь можешь развить, то есть именно 180. Это реально был газ-пол и без экстренного торможения. Как говорит владелец, он разгонял на этом автомобиле, ну, насколько он сказал, 280 км в час. Хотя есть приборка 260, то есть, может быть, ну, я что-то не расслышал, да, но тем не менее, почему-то вот 280, такая цифра сейчас вертится в голове. То есть, ну, если отталкиваться от того, что вот я сейчас вижу, да, а мы разгнались практически до 180, то есть, получается, чтобы разогнаться до 200 хотя бы тех же самых 60, это реально нужно очень долго где-то нажимать газ в пол, это реально очень долго. То есть, человек ехал, видимо, где-то по трассе. 2.4. А что будет, если 2 литра у тебя будет? Только не надо говорить про механику. Это просто вообще не, ну, не серьезно. На этих автомобилях механику. Да я, говорит, там свой автомобиль хорошо чувствую. Не надо здесь ничего чувствовать. Это иномарка большая, красивая, где дорогие запчасти. Ты должен ехать уверенно в завтрашнем дне, да, и при возможности, чтобы ты мог нормально как-то делать все это дело, ну, обогнать кого-то, там, догнать. Мало ли в жизни ситуации случается. Ну, хочется, хочется. Диоды в дверях. Вон здесь шарики надувные для воды. Все есть. Но, допустим, в данном случае расход 12,7 на 100 км. То есть это средний расход на этом автомобиле. То есть автомобиль передвигается по, в принципе, город. То есть город Кировска-Потип. Кстати, прикол в том, что я, ну, спросил, опять же, да, вот у парня, который нам эту машину привез, я говорю, слушай, а ты на чем до этого ездил? То есть это реально очень интересно, потому что, ну, есть какое-то как-никак сравнение. То есть, по сути, ни на чем. То есть это первый нормальный в обиходе автомобиль, на который пересел парень. Представляете, какое ему счастье должно привалить, что вот он, конечно, должен сидеть здесь и радоваться. Конечно, плохо. Ну, есть, конечно, у него сравнение там с отечественным автопромом, но тем не менее, я считаю, что это реально такая вот планка, да, которую нужно очень сложно преодолеть. То есть в будущем, ну, представляешь, машину купил за 700 тысяч рублей, да, здесь вот такой дизайн, здесь такие опции, здесь их реально много, здесь такая музыка, то есть, по сути, все хорошо, и представляешь, ну, вот так вот, если машину там в будущем продавать и замахиваться на что-то большее, то есть это реально нужно такие деньги тратить, это просто жесть какая-то. То есть даже вот взять эту Kia Optima, помните, новая, да, 17-го года, кстати, 10 лет практически разницы. И там то же самое абсолютно. Там такой же дизайн абсолютно салона. Там такой же дизайн снаружи. То есть эта машина-то, ну, точнее, Optima не так уж далеко перепрыгнула, чем эта Accord. Ну, так же, так оно и есть. И дизайн, кстати, здесь салона не скучный. Хоть здесь и все черное, да, вот здесь реально сидишь, все черное. Вот черное, ну, вот есть немножко такого вот хромированного металла, но тем не менее, и сидишь как будто в темноте. Ну, еще потолок был бы черный, вообще красота была бы. Ну, что могу сказать в заключение? Вот сейчас уже в фарке, да, вот они голубые глазки, вот этот ксенон горит.
музыка надрывается просто. Ну, чем могу сказать? Соответственно, машина, в принципе, она даже такому зажравшемуся человеку, как мне, она понравилась. Честно говоря, я не знаю, у меня прям какое-то ощущение, знаете, еще в тех времен, когда появились первые Lancer 10, помните? Помните, вот эти цивики там 8-го года, да, там вот эти появились. В те же времена вышел этот автомобиль. То есть я тогда уже, ну, грешил, да, и начал увлекаться этими автомобилями. То есть ходил, слюньки пускал, они реально уже ездили у нас в городе. Там где-то картинки, там журнал там с рулем, я не знаю. И это реально факт налицо, что я уже с тех времен начал уже осознавать, что действительно эта машина круто нарисована. И для многих людей это абсолютно так же. То есть все равно это, как, знаете, какая-то несбывшаяся мечта, когда действительно, вот, пожалуйста, она сейчас стоит перед вами. Во владение, чтобы был такой автомобиль, у меня я только за. Единственное, может быть, чтобы напрягало меня, это только то, что здесь передний привод. Ну, серьезно, вот, ну, когда покатаешься на полную, на передний уже садиться не хочется. Потому что мы живем все-таки в горной местности, в городе Хибины. Горы Хибины, город Кировск, понимаете, такие дела. А так, конечно, хороша машинка. Ну, владелец, как говорится, не зря, я думаю, потратил те же самые 700 тысяч рублей, она радовать его будет, как в плане надежности, да и так в плане того, что еще лет 5 эта машина точно будет нормально выглядеть, это как минимум. Хорошо нарисовали, что сказать, молодцы. Тонировочки еще по кругу не хватает, а так, красотища. Спасибо всем за просмотр, это была Honda Accord 8-го поколения. Наконец-то, так сказать, пощупал собственными руками, что это вообще машина из себя представляет. Классная машинка, но, блин, опять не едет, что такое-то? Когда уже машина приедет, которая будет ехать? Может быть, я действительно уже просто-напросто потерял это чувство. У меня уже просто стерся этот мозжечок в голове, что я действительно уже просто ускорение не чувствую. Ну, как-то так, наверное. Я единственное могу объяснение для этого придумать. Но красиво, а? Всем спасибо за просмотр, всем пока.